Здравствуйте, дорогие коллеги! Еще одну секундочку, я буду в полном вашем распоряжении. А пока давайте вспомним золотое правило полива. Если цветок стоит на ярком солнце, ему требуется больше воды. Если же он живет в полутени, полив необходимо ограничить. Почему? Да потому что затененное растение растет медленнее и поэтому меньше расходует влагу. Переизбыток воды может привести к загниванию корневой системы, а затем и к гибели растения. Так что затвердите на зубок простую формулу: много солнца – много воды, мало солнца – мало воды. И будьте непреклонны, как я. Ну все, все, хватит. Сейчас от занятий практических перейдем к теории. Ошибся наш великий поэт, сказав «суха теория, мой друг». Разве может быть сухим ответ на вопрос, содержащийся в письме Ады Ревенёвой? Вижу, я вас заинтриговала. А вопрос такой. Анна Семёновна, у какого животного самый большой аппетит? Наверное, у слона. Ну что ты, Адочка, что ты? Нет, конечно, слон покушать любит. Его ежедневный рацион – 100 килограммов веток, плодов и листьев. Но ведь и сам слон, прямо скажем, крупноват. Если пересчитать количество съеденного на вес серого гиганта, то получится, что не такой уж он и обжора. Слон в день потребляет пищи в 50 раз меньше, чем весит сам. Продолжаем поиски лучшего едока в зверином царстве. Про голодного человека обычно говорят: у него волчий аппетит. Может, не зря? Увы, мои драгоценные коллеги. Среди волков хороших едоков нет. Им нужно блюсти фигуру, поэтому они ограничивают себя в пище. Как известно, волка кормят ноги, а с переполненным желудком далеко не убежишь. Вот тигр – другое дело. Разве скажешь, что тигр за один присест съедает количество пищи, равное 1/6 его собственного веса? И все-таки, друзья мои, не торопитесь записывать полосатого в чемпионы. Мы только подбираемся к серьезным претендентам. Итак, вот они главные заявки на победу. Третье место в нашем конкурсе едоков занимает самый обыкновенный ежик. Вот уж кто любит покушать. За время бодрствования еж съедает пищи в треть собственного веса. Приблизительно такое же количество провианта употребляет бурый медведь. Этот могучий зверь ест с утра до вечера, особенно осенью во время подготовки к зимней спячке. Думаю, будет справедливо присудить медведю второе место. А вот теперь самое интересное. Победитель конкурса едоков. За волю к победе и отменный аппетит первое место присуждается крошечной буразубке. Это животное из семейства землероек. Позвольте представить чемпиона. Рост 4 сантиметра, вес 2,5 грамма. Ведь одна такая крошка за сутки подкрепляется 121 раз и съедает 10 граммов муравьиных куколок. Я вижу, вас не впечатлил ни победитель, ни его результат. А вы попробуйте разделить вес съеденного на собственный вес буразубки. За сутки эта крохотуля съедает пищи в 4 раза больше, чем весит сама. Вот это я понимаю. Аппетит. А сейчас, мои дорогие коллеги, нас ждет срочное письмо, которое прислал Саша Звягинцев из Таганрога. Саша пишет. Здравствуйте, Анна Семеновна. Недавно я решил приготовить маме ужин сам. У меня даже почти получилось, только в последний момент я добавил какую-то пряность, и блюдо стало горьким. Расскажите мне, пожалуйста, что это за пряность и из чего ее делают? По скриптум. Щепотку пряности я выслал. Выслал Саша Звягинцев. Ну что ж, похоже, должна быть посылка или бандероль. А может быть, в конверте? Посмотрим, посмотрим. Вот, конечно. Смотрите, какой у нас сюрприз. Ну-ка. Что это такое? Запах довольно терпкий. Приятный. Цвет оранжево-красный. По внешнему виду напоминает нити.
Что бы это могло быть? У меня появилась одна догадка, но настоящий ученый не высказывает своего мнения, хорошенько все не проверив. Нам, коллеги, просто необходимо собрать дополнительные данные. А пока я объявляю открытым дело об оранжевых нитях. Для начала предлагаю провести следственный эксперимент. Наш образец мы кладем в емкость. Так, аккуратненько высыпаем. Так, и заливаем горячей водой. Ух ты! Какая красота! Так, мы видим, что неизвестное вещество окрасило воду в желтый цвет. Попробуем. Вкус, прямо скажем, нечаянный. Горьковато-пряный вкус. Продолжаем эксперимент. Опускаем в раствор кусочек ткани. Обратите внимание, коллеги. Видите, лоскуток окрасился и стал желтым. По-моему, пора подводить первые итоги. Перед нами вещество явно растительного происхождения, которое одновременно является и специей, и красителем. Это значительно сужает наш поиск. Включаем программу идентификации. Так, это не то. Это специя, но красителем не является. А вот это чистой воды краситель. Так, это тоже не то. Так. А вот это очень похоже. Наше неизвестное вещество – шафран. Что такое шафран? Это высушенные рыльца цветка шафрана, он же крокус посевной. Названия растений произошли одно от арабского «зафиран» – желтый, из-за желто-оранжевых нитевидных рылец. Другое – от греческого слова «кроке» – нить. Итак. Имя – крокус. Фамилия – посевной. Семейство – ирисовые. Род – шафран. Рост – от 10 до 30 сантиметров. Размер цветка – от 2 до 12 сантиметров в диаметре. Постоянное место жительства. Средиземноморье, Центральная Европа, Малая Азия, Ближний Восток и Центральная Азия до Западного Китая. Характер – солнцелюбивый. Ближайшие родственники – 80 видов крокусов. Мои дорогие коллеги, шафран посевной – очень древнее растение. Крокус посевной всегда пользовался особой славой. Этот цветок ценили дороже золота. И как лекарство, и как специю, и как краситель. Например, в Китае носить шафрановые одежды было привилегией императора. С незапамятных времен его прописывали для укрепления сердца и улучшения пищеварения. Но и этим не исчерпываются достоинства шафрана. Знаете, как его еще называют? Королем специй. Он придает блюдам неповторимый изысканный аромат, насыщенный золотой цвет и пикантный горьковато-шершавый вкус. Вот только добавляют его понемногу. Если переложить шафран, как, видимо, и сделал наш друг Саша, блюдо станет непоправимо горьким. А еще шафран – самая дорогая пряность. Ее дороговизна объясняется просто. В каждом цветке находятся только 3 шафрановые жилки. Для того, чтобы получить 1 килограмм сухого шафрана, нужны сотни тысяч цветов. Шафран следует собирать затемно, за несколько часов до того, как он откроет цветы навстречу солнцу. Только в этом случае пряности гарантирован ее знаменитый аромат. А он действительно восхитителен. Недаром шафран входит в рецепты многих духов. Восхитительный, но просто восхитительный запах. Ну что это я? Пора объявлять дело об оранжевых нитях закрытым и переходить к письму Толика Лаптева из Сургута. Итак, Толик пишет. Недавно я видел кино про гигантскую или большую панду и подумал, наверное, раз есть большая панда, есть и маленькая. Я очень хотел бы узнать про это животное. Дорогой Толик, твоей безупречной логике можно позавидовать. Действительно, на белом свете живет маленькая, точнее, малая панда, по отношению к которой допущена ужасная несправедливость. О гигантской панде слышали все, а о малой – единицы. Ну что ж, пора исправить эту несправедливость и начать дело, которое мы так и назовем.
Дело о таинственной панде. Немного найдется животных с таким количеством имен. Коллеги, загибайте пальцы. Малую панду называют кошачьей пандой, красной пандой, кошкой, окрашенной как огонь, кошкой-медведем и даже огненной лисицей. Итак. Имя – панда. Фамилия – малая. Отряд – хищники. Семейство – малопандовые. Постоянное место жительства. Провинции Юньнань и Сычуань в Китае, север Бирмы, Бутан, Непал и северо-восток Индии. Длина тела – от 51 до 64 сантиметров. Длина хвоста – от 28 до 48 сантиметров. Вес – от 3 до 4,5 килограммов. Характер – привередливый, капризный, особые приметы. Узкие светлые кольца на рыжем хвосте. Дорогие коллеги, а знаете, почему ученым так долго не удавалось найти этого яркого зверька? Да потому что малые панды живут в очень ограниченном регионе, в горных бамбуковых лесах. И не из любви к уединению. Оказывается, малые панды не переносят ни жары, ни холода. А на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря царит очень комфортная для них температура. Кроме того, в горных лесах малых панд удерживают особенности их диеты. Они крайне разборчивы в еде. Ну, например, вот этим бамбуком с удовольствием бы закусили гигантские панды. Но малые не удостоили бы его даже взглядом. Они предпочитают молодые и нежные побеги, на поиски которых тратят по 13 часов в день. И для этого у них есть веская причина. Хотя малые панды – вегетарианцы, их желудки – желудки хищников. А вот почему и когда хищники панды перешли на растительный рацион – одна из загадок природы. Но факт остается фактом. Малая панда – вегетарианка. Кроме молодых листьев и побегов бамбука, она любит лакомиться грибами и ягодами, за которыми ей приходится спускаться на землю. А еще они чрезвычайно отважны и не дают себя в обиду. Рассерженная панда поднимается на задние лапы, совсем как медведь, и испускает устрашающий звук, который, кстати, легко воспроизвести. Нужно вдыхать через рот и быстро выдыхать через нос. Вот так. В добродушном расположении духа малые панды чирикают, как птички. Ну вот, собственно, и все, что я хотела рассказать о таинственной малой панде. Дело объявляю закрытым. А сейчас нам пора прощаться. Присылайте свои вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» Анне Семеновне Бабочкиной. Или оставляйте их на сайте телеканала www.radostmoya.ru. С нетерпением жду новой встречи и желаю добрых встреч с природой. До свидания!